Дети пропадают в онлайне. Болезнь 21 века, интернет-зависимость добралась и до самых маленьких. Как уберечь ребенка от всемирной паутины и чем опасно длительное пребывание малыша в сети, узнавали наши корреспонденты. Маленькая Дине всего 4 года, а девочка уже с компьютером на «ты». Утро ребенка начинается с просмотров мультфильмов в интернете и щелкания по клавишам ноутбука. Глава семьи, папа Ирлан, считает, дочь должна развиваться. Новые технологии, в том числе интернет, этому способствуют. В принципе, это я рассматриваю это как положительно, ввиду того, что как бы к нам сейчас идет развитие электронного формата. Электронное правительство, есть сайт, как бы мы сейчас сами там черпаем информацию, получаем всякие услуги. Ну и дети уже подрастают, конечно же, на данном этапе для них самое интересное – это мультфильмы. С такой позицией категорически не согласна мама девочки. По ее мнению, интернет влияет не только на здоровье, но и на психологию ребенка. Развивающие игрушки, книги, специальные занятия – вот та альтернатива компьютеру. Я как мама, конечно, против того, чтобы мой ребенок сидел целыми днями за компьютером, за ноутбуками. Даже так взять сейчас смартфоны, айфоны. Конечно, они очень удобные, но детей, мне кажется, это очень отвлекает. И, конечно, это минус развития, да, действительно. Потому что ребенок отвлекается этим, и он как бы портит свое зрение. Это влияет физически. По словам специалистов, дети и подростки не должны проводить в интернете больше часа в день. Если же они больше 2-3 часов в день висят онлайн, это грозит интернет-зависимостью. Чувство злости, агрессивность, нарушение сна и усталость – последствия длительного общения с компьютером. Профилактика от интернет-зависимости – это зависит от родителей. Например, родители должны контролировать своего ребенка. Еще у каждого ребенка должно быть свое хобби. Например, рисование, музыка, танцы и так далее. Пока малыши и подростки часами висят в глобальной паутине, родители заняты своими делами. Спохватываются только, когда видят, что ребенок не может жить без интернета. Причем таких без труда определяют даже в дошкольных заведениях. Если сравнивать ребенка, который часто сидит в интернете, и кого в нем ограничивают, можно увидеть разницу. Ребенок, который не сидит в интернете, психологически устойчивее. Когда дети играют, они и в реальной жизни применяют те жесты, которые увидели в сети. Дети, которые проводят за компьютером меньше времени, более спокойны и усидчивы. Между тем, существуют ведь и другие способы занять ребенка. Свежий воздух, игры на природе, чтение книг. Чем не альтернатива всемирной паутине? Рекомендации молодым мамам, чтобы как бы побольше гуляли с детьми на улице, на свежем воздухе, игрался, как бы столько площадок сейчас строится детских.